Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовим утку с яблоками. Уточка у нас есть. Мы ее помыли. Она помыта. Значит, посмотрите, шею я срезала. Было в ней там сердечко, вот сердечко и желудочек. Это я положу потом сюда внутрь. И шея вот была здесь, шея мы отрезали. И верхнее крыло, вот самая крайняя часть крыла, мы тоже срезали. Они горят, они там сухие такие. Все, уточка помыта. Потом я покажу, я здесь сзади тоже срезаю. Мы это не едим, и там не нужно. Мы срезаем все. Все, и нужны яблоки. Нужны яблоки. В данный момент у меня семеренко. Летом, это сейчас зима, а летом антоновка. Кислые яблоки нужны. Если у вас нет кислых яблок, не страшно. Можно заменить, то есть, вернее, как не заменить, можно положить сладкие яблоки, но взбрызнуть их лимонным соком. И все, и будет тоже вкусно. Значит, специи какие? У меня будет перец и соль. Вот они. Посуда нужна. Вот она уже лежит у меня в посудине с крышкой. Кто делает в рукаве, можете в рукаве попробовать. У меня есть такая вот посудина, мне удобно в ней. Так, смотрим, на, чтобы не были у нас всякие волоски, остатки от перышков такие остаются здесь. Все убираем, моем хорошо, это я сказала. Яблоки моем, режем на такие, не на половинки, 4 на 4, на 8 частей. Сейчас буду резать и буду показывать. Яблочки я порезала на 8 частей. Пока порезала 2 яблока. Яблоки мы будем фаршировать внутри, как бы наполнять утку яблоками. Соль я перемешала с перцем. Здесь у меня чайная ложка соли. И приготовила зубочисточки. Вот они лежат. Зубочистками я буду скалывать. Можно ниточками сшивать, но я уже буду зубочистками. Начнем. Сейчас я попробую поставить так, чтобы вам было видно. Так, смотрите, берем, обмазываем сверху и внутри. Сейчас я вот так вот руку беру туда и хорошо, так хорошо обмазала. Теперь высыпала на руку и эту сторону. Всю-всю, как бы ей массажик сделаем такой. Нашей уточки красавицы, вкусняшка наша будет. Теперь видно, теперь я сюда отправляю желудок, отправляю сердце и отправим все-таки, я думала сверху, но мне кажется, она там засохнет, если будет сверху. Я потом, я сюда пока пару яблок положу, а потом шею, ой, зубочистка чуть не улетела туда. Так, отправили шею и наполняем яблочками еще. Я так люблю яблоки, мне всегда их мало. И дети мои тоже любят яблоки. Яблоки в утке. Так, сделали мы еще можно одну. Так. И теперь мы ее зашиваем. Сюда. Раз. Чтобы видно же вам было. Прокололи. Раз. Прокололи. Два. И здесь прокол. Все. Зашили. Теперь еще здесь зашьем. Теперь мы должны, я перевернула так, чтобы вам было видно, сюда тоже яблочки. Мы там же все внутри вынули, все там такие есть, ну, красные, я не знаю, как они, забываю, как они называются, но мы почистили внутренности, хорошо почистили. Так, яблочко не хочет. Если труба бывает есть, то трубу тоже вынимаем, там, где шея, вот тут могла быть трубочка, то тоже вынимаем. Два яблока у меня получилось. Много, как бы много. Вот всего две половиночки, две даже четверти, восьмую часть. На. Так, может я что-то не могу, за ребро мешает. Да нет, нормально, некуда там уже. С той стороны яблоки, с этой.
Все. Здесь мы тоже зашиваем. Вот так. О, еще и ломается. Чего ты ломаешься? Так, мне надо срочно поломалось. Зашиваем. Не зашиваем, а защипываем, закалываем. Хочу ж так, чтобы рука не мешала. Плохо. На весу не хочет она. У меня закрываться яблоко выпадает. Чего ты выпадаешь? Там так хорошо, а в шее... Ну, шея всегда жестче мяса. Остатки яблок я положила вон туда, под низ. Раз, и вон там. И я еще сейчас, не сейчас, а буду добавлять потом. Она немножко потушится, где-то с полчаса или 40 минут. И я потом добавлю еще яблоки. Мне этих яблок мало, абсолютно мало. Пусть немножко сок даст. Да, я сейчас духовку не ставлю. Она минут 40, или, ну, полчаса, 40 минут будет у меня мариноваться. Как бы впитывать соль, перец в себя. А потом духовку горячую. Утка наша 40 минут помариновалась. Вон яблочки, ничего с ними не, даже не потемнели. Чуть-чуть потемнели. Я думала, потемнеет больше, поэтому положила. Ну, пусть лежат все равно. Значит, 40 минут промариновали ее, да? И сейчас духовку где-то на полчаса на 200 градусов. Можно на донышко чуть-чуть водички налить. Я так и сделаю сейчас. Вот, посмотрите. Пока она даст свой жирок и свой сок. Я буквально там, я не знаю, 3 миллиметра. Немножко водички. Если не будет сока, но у меня, в принципе, утка, почему она небольшая утка. Поэтому мало яблок входит. Это домашняя уточка. Поэтому небольшая. В магазинах побольше продаются. Ну все. В духовку на полчаса 200 градусов. В духовку на 200 градусов под крышкой. Видите, она у меня с крышкой. Прошло 40 минут. Посмотрите, сколько жидкости. Сейчас я возьму, так, чтобы вам было видно. Вот она. Ой, горячо. Есть жидкость, есть. Вот она, видно. И я два яблочка. Два яблочка. О, запотела немножко. Два яблочка тоже на, уже на четыре части порезала. И просто кладу. Так, в произвольном порядке вокруг. Как хотите, так и ложите. Они сейчас пропитаются там. И будет вам вкуснотень. Ну, это, конечно, опять же, если вы любите яблочки. Если нет, то можно обойтись без них. Вот так просто положила. И на час. На час в духовку под крышку. И температура уже 180 градусов. Через час 10, час и 10 минут. Я достала курицу, утку. И посмотрите, я даже не открывала, видите. Сейчас я открою, конечно, пойдет пар. Может запотеть, но она готова и даже румяная. Час 10 и там, ну, 30-40 минут. Я уже не помню, сколько было. Вот такая красивая уточка. Открою сейчас я крышку и посмотрите еще. Вот какая уточка наша. Ой, сейчас, подождите. Ушло. Сейчас эти вот зубочисточки мы вынимаем. Вынимаем. Они нам не нужны. Сейчас я одной рукой не могу. И выложим уточку на блюдо. Вот я уточку выложила. А теперь просто яблочки вокруг. Яблоки вот такие, видите, какие? Они прямо как в пюре превращаются. Превратились в пюре. Вот такие мы яблочки любим. Вот так. Обкладываем. Ой. Обкладываем. Вокруг. Сейчас обложу и покажу. Вот такая уточка. Красавица, вкуснятина. У нас такое солнце здесь в кухне сейчас, что невозможно даже ее толком показать. Очень большое солнце, поэтому она такая
румяная, шикарная. Это яблоки те, которые я клала в саму гусятницу, ну, утятницу. А внутри там яблоки я вот вынула, посмотрите, вынула зубочистки. И здесь, и яблоки там лежат, мы не доставали. Сначала съедим яблоки, кто отрежет, мы на стол так подаем. Все, вот такая уточка. Так что понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, заходите в гости. Пока-пока.